Лицей 21 скоро сможет принять больше учеников. Здесь сделают еще один корпус для начальных классов на 200 мест. С конца августа строители выйдут на площадку. А сегодня презентовали проект. Обсудить его пригласили руководство муниципалитета, образовательного учреждения и родителей. Ребенок Анны Куприяшиной в этом году отправится в 4 класс. С нетерпением ждут преображения школы. Мы ждем начала постройки. Согласно плану, планируются чистые, просторные, современные классы с оборудованием, которые полностью будут соответствовать учебному образцу. Преображение произойдет благодаря сразу трем проектам – президентская программа «Современная школа», губернаторское образование Подмосковья и муниципальное образование городского округа Химки. Современная столовая, спортзал, кабинет музыки, медицинский кабинет. Обновят и пришкольную территорию. Здесь сделают баскетбольную и волейбольную площадки, зону для сдачи нормативов ГТО и воркаута. Как отмечают представители администрации, новая пристройка крайне необходима. Темпы строительства растут, в том числе и в районе Сходня, жилья строится достаточно, соответственно, возникает дефицит в школьных местах в том числе, поэтому данное строительство направлено на ликвидацию этого дефицита, на ликвидацию второй смены учащихся. Закончить строительство планируют к осени 2020 года.